Привет, друзья! С вами Юрий Соломаха. Если вам не дает покоя вопрос, как же все-таки заработать до 1000% годовых на рынке криптовалют, то я советую досмотреть это видео до конца. Сегодня я рассмотрю одну интересную инвестиционную платформу, которая называется Blockchain Fund. Мне ее посоветовали знакомые по заработку на крипте. Итак, что же такое блокчейн фонд? Блокчейн фонд – это инвестиционный фонд, который берет средства вкладчиков в доверительное управление, ну и в будущем выплачивает им прибыль. Это официальный сайт. Ниже мы можем кратко ознакомиться с информацией о фонде. Дальше идет сравнение текущей доходности инвестиционных инструментов. Особенно забавно смотрятся банковские депозиты с доходностью 8% годовых на фоне других инструментов. Блокчейн фонд предоставляет нам сразу три инструмента для инвестирования. Первый – это управление активами на рынке криптовалют. Второй – это инвестиции в ICO проекты. И есть также третий – это депозит в долларах с доходом 24% годовых. Ну и кратко по цифрам и фактам. Доходность фонда, опыт 15 лет в инвестировании, более 1000 инвесторов. Ну и доходность по некоторым сделкам до 8000%, что очень даже неплохо. Далее нам представляют схему, по которой все это работает. В общем-то, это достаточно просто. Регистрация, инвестиции и дальше получение прибыли. Кстати, для москвичей есть приятный бонус. Они могут пообщаться с сотрудниками фонда вживую. Офис фонда находится в Москва-Сити. Вот здесь указан адрес. Сюда можно прийти, обсудить какие-то непонятные моменты. В общем-то, для меня идея близка и понятна. Это доверить свои средства управления профессионалам, которые смогут максимизировать прибыль на этом рынке. Думаю, что люди с опытом 15 лет на рынке смогут управлять капиталом значительно лучше среднестатистического криптолюбителя. Ну, по крайней мере, значительно лучше, чем я. Поэтому я советовал бы всем присмотреться повнимательнее к этой платформе. Ну, а у меня на этом все. Если вам понравился мой обзор на блокчейн фонд, ставьте лайки. Жду ваших комментариев. Увидимся. Пока.